команды Америки. Первая идет на атаку женского трамплина в финале. А мы держим девушку в воздухе максимально долго. И не так уж и далеко. И не так уж и далеко. И давайте мы чуть попозже, наверное, будет набирать чуть большую скорость. И вот здесь надо упереться посильнее. И нет, это было очень поздно. Не стала рисковать спортсменка. 49. Результатом 49 метров 70 сантиметров. Готовимся встречать. Я пытаюсь определить ветер. Попутно боковой. Не очень приятный ветер для спортсменки. Посмотрите, вот между 150 и 180 метрами она срезается в правую точку. Опять начинает прокатывать чуть-чуть. Достаточно поздно. Набирает скорость. И здесь встать перед столом. Встать! И нет. Наверное, не так хорошо, как хотелось бы. Но дальше, чем в первой попытке, она улетает. А это будет ориентиром для остальных. Here comes Jutta Lamy from Finland. Personal best 50.7. Итак, первая попытка финской спортсменки Jutta Lamy. Она достаточно поздно. Посмотрите, заходит на стол. Если здесь встанет. И повыше, чем там, ну где-то в районе 45 метров. Недостаточно этого для того, чтобы бороться сегодня за высшую ступень пьедестала почета. У нас чемпионат мира. Да, наших сильнее. Но вы, это вы покажете как? Один раз, два, три. Но приветствуем. И очередная попытка Jutta Lamy. Jutta Lamy, jump number two, coming right up. She's already got 44.5 on the board against the personal best of 50.7. She's leaving it late this time. Can she get onto the ramp? Big kick off the top. Nice jump from Jutta Lamy from Finland. Мне кажется, что приблизительно в ту же точку. В принципе, 150 где-то, еще 6 метров дистанции. Итак, третья попытка. Jutta Lamy пытается улучшить свой результат. 48-44,8 метра. Шире помогает ветер выкатиться спортсменке. В правой точке останавливается. Атакует стол. Заходит. Здесь встать надо. И здесь! Нет, я думаю, 45 максимум, 45,5. Сейчас будет экспресс-результат. Очень быстро работает система видео вычисления результата. Conference immediately after this event, and the journalists and TV crews will be waiting for you. So those of you who got first, second, or third in our three events today, please do make your way to the commentary area here, where the media will be waiting for you. Slava, here comes Alex Loritano. И первая попытка Алекс Лоритано. 52,9 у него есть в активе. Опа! И первая попытка. Слишком поздно. Вот прокатила, очевидно, смотрит она, откуда начинала. Решила... 10-го года. Итак, встречаем Алекс Лоритано. Готов передать слово коллегам. Алекс готовится совершить свою вторую попытку. Выходит в правую точку широко опять. Не корректирует она это. Не знаю, что ей не понравилось в первый раз. Но, по-моему, с того же места атакует стол. Упор! И вторая попытка опять сорвана. Поздно, очень поздно начинает она атаку стола. Слева направо готовится для атаки. Вот она отстреливается на траверс трамплина. Ждет. Сейчас будет контрсрез. Раньше начала. Ну, наверное, что-то проснулось в ней раньше. Смотрите, и здесь уже тормозит правый. Давай, 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 уже можно. И набирает скорость. И упор! А я думаю, у нас новый лидер. Wow, Alex Loritano was under a bit of pressure there. She had no... Чемпионата мира 2011 года, который происходит перед вами здесь, в Дубне, России. Встречаем. А у Майлун тоже есть в активе прыжки за 50 метров. Так что ей по силам сегодня бороться за медаль. Посмотрите, какой заход первый прекрасный. Ну, недостаточно далеко пока. Но первая попытка. Первая попытка. Просто сил моральных и физических на третью попытку остается меньше. Давайте посмотрим. Мэйлун. Вторая попытка. Чуть позже в правую точку выкатывается. Послушайте, как ревет катер. Очень мощный был срез. Вправо. Притормаживает. Вот же заход начинает на стол. И это правильно. Очень велик был риск. Очень был велик риск получить травму. Она решила не... Коррекция будет. Вы можете ориентироваться вот по этим трем зелено-красно-белым буям. Сами смотрим.
Вы ближе сидите, насколько... Ох ты, как поздно-то, под 150 метров она срезается. Хотя я не знаю, зачем это она делает, если во второй было поздно. Резче поворачивает. Хуже контроль здесь стать! Ну вот, видите, позже, а толку меньше. Разложила усилия хуже. Соответственно, ничего не смогла сделать со столом и не было никакого воздуха. Я думаю, что это... Ким. Итак, мы ждем... Реджина. Первую попытку Реджины Джекквест. Мы сегодня видели уже ее выступление в слаломе. А сейчас она будет стараться побороться за место под солнцем в трамплине. Хороший заход первый! И немного назад. Нет, недостаточно. Хорошо, она прошла стол. Чуть, по-моему, ослабла тяга перед трамплином. И вы... All time. 43.2 and jump number one against the personal best of 53.6. Итак, Реджина Джекквест возвращается. Она сегодня не уходит с нашего стадиона. Уже есть бронза в слаломе. Теперь мы ведем борьбу за трамплин. Встречаем. И вот она, вторая попытка Реджины. Вот, посмотрите, чуть плавнее здесь. Встать! Встать! И это в район 47 метров, я думаю. Подальше улетает Реджина, не хочет она сдаваться. Результат, чем в предварительном круге. А Реджина пытается улучшить свой результат 46 с небольшим метра, который ничего для нее сейчас пока не значит. Позже начинает. И посмотрите, ветерочек поднимается. Чуть резче зашла, и здесь если встанет. О, да! У нас новый лидер, я так думаю. Regina Jacquez just jumped 7 times national champion, 4 gold medals in 2003. Here comes Russia's Olga Kashitsina. Очень поздно, очень поздно. Аккуратнее здесь надо поворачивать. Yes. Чуть-чуть-то и не хватает. Провалилась в воздухе. Шицыной. Она выходит направо. И давайте поддержим ее. В правой точке стоит. Внимание. Набираем воздух. И... Да! Ну почти. У нас почти получилось. В район 47 метров. Приводняется Ольга, недостаточно. Она не только слышит нас, она чувствует энергетику стадиона. Она слышит ваши души, ваши сердца. Но встать надо вместе с Ольгой. Приготовились. В правой точке поворачиваем. Come on, Ольга. Ход. И... Да! Ну, не знаю. Очень хотелось. Очень хотелось. Сейчас узнаем результат. По-моему, недостаточно, чтобы выйти вперед. Toritano and Mylund Jepsen. So the distance to beat is 49.9. And here's Marion Mathieu. И первая попытка Marion Mathieu. Очень сильная прыгунья. 54.1. Ох, как поздно-то заходит. Посмотрите. Легла плечами. О-о-о! Неплохо. Yeah. So Marion Mathieu is the seventh off the dock. We've got on the dock right now just 5 more jumpers. And then we will know who the national jump, international world, should I say world jump champion is going to be. Marion Mathieu coming in now, jump number 2. Here she comes, kicking off the top of the ramp. Nice float, but a bit back on her heels. That won't be the biggest one. Marion Mathieu. Here she comes, jump number 3, final attempt for the great Marion Mathieu. Red and white speed suit gleaming in the sunshine, matching the jump ramp, kicking off the top. Это похоже за 50 метров. Абсолютно точно. Посмотрите, как висело в воздухе. 52.20 лучший результат. Нэнси у нас с неплохим личным рекордом здесь все за 50 метров оставшиеся участники. Посмотрите,
как так широко направо, очень смело. И такой агрессивный заход. Ой, мама дорогая, как ее разбило. Вот это было очень рискованно. Не в очень хорошей стойке, подождите за тавтологию. Очевидно, чуть пораньше сейчас начнет, но здесь хорошо катит в правую сторону, поскольку ветер помогает. И здесь надо постоять, спокойно сконцентрироваться, повернуть лыжи поперек, набрать максимальную скорость и встать. Ох ты! Не очень у нее это получилось, опять зацепил стол. Теперь в другую сторону. Очевидно, в третьей попытке будет... Ко второй попытке готовится Нэнси. Давайте посмотрим. Простите, к третьей попытке. Какая вторая? Вторая была носом вперед. Итак, в правую точку. Я не вижу, но, по-моему, так же, как и в предыдущий раз. Здесь просто очень грамотно надо разложиться. И... Ой, мама! Мама дорогая! Руку! Hands up! That's okay. That's okay. И спасатели немедленно. Немедленно плывут вот так. В первой попытке готовится Мария Вибронецова. Я бы не хотел видеть перед своим стартом вот такое падение. Очень сильно давит на нервы. Давайте посмотрим на Марию, какое влияние оказало. Ветер чуть усиливается. Чуть-чуть раньше, чем предыдущая спортсменка заходит. Мария! Так, первый прыжок. Неплохо. Мария показала, что она умеет прыгать. На 46 метров ровно. Хотя 52,5 у нее личный рекорд. Позже под 150 метров. Не хватает все-таки девушкам чего-то. Все время они выкатываются все позже и позже, несмотря на ветер. И посмотрите, какой поздний заход. Встает! Да! Потому что за полтинник мы хотим летать. Поэтому так поздно. Is down here for the press conference immediately after this event. So if the winners of the three events today, first, second and third, would please come to this area at the commentary tower for a press conference immediately afterwards. We'd really appreciate it. Here comes Marie Vimpranietseva. Yes! Я не знаю. Мне кажется, туда же. Ты сказал nice jump. Будем надеяться на 50-метровый рубеж. Она это прекрасно знает, потому что впереди еще две белорусские спортсменки, которые не простят ей ошибки. А два результата за 50 у нас уже есть. Поэтому ей необходимо собрать всю волю в кулак и прямо с первой попытки начинать бороться за золото. Вот так! А вот и 50! А вот вам и молодой. Там стоит вторая попытка Джасинты Кэрол Австралии. Уже в первой она стала лидером. Она уже забронировала себе место на подиуме. Теперь мы смотрим, какое. И вот вторая попытка, как правило, самая успешная Джасинта. Ох, как резко на стол. И здесь встать! Нет, это хуже будет. Ох, как разбила. Она рисковала, заходя гораздо более... 58 в первой попытке. И остается третья. Выкатывается для контрсреза. Посмотрим, откуда начнет. Чуть раньше. Значит, не хочет она так рисковать. Хочет просто более грамотно разложить этот срез на трамплин. Заходит поздно и плотно. Ох, не получилось. А какая жалость. В район 48, наверное. И вы все видели сами. Тем не менее, это лидер. Лидер наших соревнований. Литовский повторил результат прошлого чемпионата. Он снова на третьем месте подиума. So now we have Irina Turetz on the water, the second last of the jumpers. Personal best of 53.6. Only two more women on the water. Here comes Irina Turetz from Belarus. Ирина на трамплине. Так, первой попытке. Под полтинничек-то тоже прыгаем. Я думаю, что у Ирины 50. Вторая попытка, как правило, самая удачная. И давайте ее поддержим. Посмотрим, как выкатывается спортсменка сейчас в правую точку для атаки трамплина. Небольшой порыв ветра. Вот слышите, как лыжи немножко даже издают такой звук. Поворачивает на стол, заходит.
здесь упереться и вставай! Давай, давай! Ну, не знаю. 49. Мне кажется. Идти на подиум, знает, что нужно для этого прыгать. 50 метров минимум. И давайте посмотрим. И уже встреча ваша пошла. Начинаем приветствовать Иру. За Иру. Поможем ей. Надо-то всего 1,5 метра добавить здесь. Никак. Не работает радио. Кричишь, толку никакого. Многократная чемпионка, призер чемпионатов Европы и различных всех престижных турниров Наталья Бердникова, Беларусь, заходит. Что-то как-то нервно у 150-метрового боя ведет себя Наталья. Давайте посмотрим, как она справится с волнением. Первая попытка. Умеем же мы летать, умеем! That's the world! Красота! Чемпион! Я думаю, я не совру, сказав вам, что это за 51-то метр точно. Наталья Бердникова from Belarus. Did she jump? 51-20! Чемпионка перед вами! 51-2! Браво!